Выход на лед запрещен. Подледная рыбалка теперь реальная угроза для жизни и здоровья. Из-за мощного таяния льда март становится самым сложным месяцем для спасателей и опаснейшим для рыбаков. Тему продолжит моя коллега Дарья Смирнова. Дарья, приветствую. Насколько сейчас опасно выходить на лед? Роман, добрый вечер. На лед выходить сегодня крайне опасно. Сотрудники ГИМС определили критерии состояния толщины льда. В некоторых местах всего 5 сантиметров. Спасатели отмечают, каждый год именно в марте-апреле гибнет больше всего рыбаков. Кого-то уносит течением на льдине, кто-то проваливается под лед. И всему виной обычная человеческая обеспеченность. Спасатели, конечно, свое дело делают, но надеяться только на МЧС не стоит. Тем более многие рыбаки даже не запасаются элементарными средствами спасения, к примеру, обычной веревкой. А ведь уже после 20 минут, проведенных в холодной воде, спасти человека практически невозможно. Более того, подобные ЧП случались уже в феврале этого года. Тогда рыбак провалился под воду, но успел схватиться за край льдины. На счастье у него в руках был мобильный телефон, и он смог вызвать спасателей. Когда помощь прибыла, мужчина получил сильнейшее обморожение, спасти его удалось лишь чудом. И такой исход событий – большая редкость. На заметку любителям рыбалки определить прочность льда можно по цвету. Голубой – крепкий, белый – уже подтаявший, а самый опасный – беломатовый лед. Чтобы не рисковать жизнью, рыбачить следует только в светлое время суток. Не сидеть у промоин и собираться по нескольку человек в одном месте тоже не следует. А главное воздержаться от подледной рыбалки, если несколько дней подряд стоит плюсовая температура. Ну что ж, а от себя мне хочется добавить, что никакое хобби не стоит в вашей собственной жизни. Роман, спасибо, Дарья. Тему представила моя коллега Дарья Смирнова.